До сих пор, кроме лозунга борьбы с коррупцией, от этого правительства мы ничего не получили. Мы хотим очень сильно видеть их экономическую видение развития Республики Молдова, социальную часть развития Республики Молдова на 4 года, как они это видят, что непосредственно подразумевает их видение, их бюджет. До выборов я всегда говорил, смотрите сейчас на те обещания, которые они вам дают, а потом оценивайте после того, как они придут к власти, по их делам. Если дела не идут лучше, а вина перекладывается на другие структуры, причем у них сейчас вся полнота власти, да? У них есть президент, у них есть премьер-министр, у них есть свой парламент. Что еще нужно? Они уже хотят менять всех руководителей, всех агентств. Deputatul opinează că PAS-ul și-a asumat responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă acum în Republica Moldova. Și dacă prețurile mari sunt pasate către alte structuri, atunci meritele PAS și le asumă cu ușurință pe nedrept, spune Furculiță. Все вот эти сейчас финансовые меры, которые проводит нынешняя политика, это прошлое. Мы нынешнее правительство. Это следствие тех изменений, тех управленческих мер, которые привело предыдущее правительство. То есть, если сейчас премьер-министр выйдет и скажет, что повышение пенсий, соц. Какие-то другие, это достоинство нынешнего правительства, еще рано. Потому что это все последствия действий предыдущих правительств. Их действия – это те последствия, которые мы получили в 2019 году, когда была смена правительства Санду на правительство Кику. Amintim că după Bălci, producătorii din Soroca au majorat prețul la pâine. Este vorba despre una dintre fabricile locale din Soroca, care a ridicat prețul cu până la 50 de bani, transmite Postul Public de televiziune. Administratorul întreprinderei își motivează decizia prin majorarea prețului la grâu, precum și scumpirea carburanților și a produselor de ambalare. Acum câteva zile și cel mai mare producător din Bălți a majorat prețul la două tipuri de pâine. Creșterea medie este de 25 de bani sau cu 5,5%. Totodată, deja a cincea zi la rând se scumpesc carburanții. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții serviciului de presă ai PAS pentru o replică la declarațiile lui Furculiță. Apelurile noastre însă au rămas fără răspuns.